Говорят, есть такой сибирский феномен. Земля эта словно магнит притягивает к себе. Чтобы только взглянуть на Сибирь, приезжают из далеких стран, а со всех концов нашей страны устремляются сюда молодые люди. Здесь они хотят жить и работать. Чем же завораживает Сибирь? Чем влечет к себе тех, кто появился на свет далеко от нее, и чьи отцы и деды не мерили ее своими шагами? В центре города Новосибирска, на Красном проспекте, стоит памятник тем, кто положил начало преобразованию огромного края. С первых дней Великой Октябрьской революции развитие производительных сил Сибири стало частью ленинских планов построения социализма. Благородная идея превратить Сибирь в край передовой науки, могучей индустрии и высокой культуры – зажгла сердца целых поколений советских людей. Вот фотографии, ставшие уже бесценными реликвиями. Полвека назад в сибирскую тайгу пришли наши отцы и деды, чтобы заложить основу индустриальной Сибири, построить крупнейший в мире Кузнецкий металлургический комбинат. До этого они пахали землю, охотились на зверя. Здесь впервые постигали они строительную грамоту, овладевали новыми профессиями. Многие сомневались, не смогут, не выйдет. Смогли. Вышло. Детищу первой нашей пятилетки, Кузнецкому металлургическому комбинату имени Ленина, по планам коммунистической партии суждено было стать началом многих других начал индустриальной Сибири. И сегодня в Кузбассе и в Норильске, в Новокузнецке и в Братске, в Иркутске и в Красноярске, споря с сибирскими холодами, текут огненные реки металла. Индустриальное развитие Сибири на многие пятилетия стало основой социалистических преобразований огромного края. Так велика, что трудно представить себе ее целиком. От самого центра Азии и до берегов Ледовитого океана почти 3500 километров с юга на север, да еще 7000 километров с запада на восток. Сказочно богата эта земля.
На всей планете не найти другого края, который был бы наделен природой так же щедро, как Сибирь. Одно из главных богатств – неисчерпаемые водные ресурсы. Здесь текут крупнейшие реки мира – Обь. Енисей. Ангара. Каждая из них способна дать энергию множеству предприятий, напоить десятки миллионов людей. На Ангаре уже сооружается третья по счету гидростанция – Усть-Илимская. Когда-то, на заре советского государства, Владимир Ильич Ленин сказал: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». В сегодняшней Сибири ясная ленинская формула обрела осязаемые черты. Строительство гигантских электростанций на сибирских реках стало важнейшим делом наших пятилетних планов. Братская ГЭС. 4,5 миллиона киловатт электроэнергии. Еще 10 лет назад она считалась самой мощной в мире. Но затем первенство взяла на себя Красноярская ГЭС, построенная на Енисее. Ее мощность — 6 миллионов киловатт. Каждый из 12 ее агрегатов может обеспечить электроэнергией крупный город. На могучем Енисее, соединяя скалистые берега, возводится плотина Саяно-Шушенской ГЭС имени Ленина. Бетонная громада поднимется почти на полкилометра. Уже в 10-й пятилетке стройка будет завершена, и Саяно-Шушенская ГЭС станет флагманом советской гидроэнергетики. Самой крупной в Сибири, самой крупной в мире. Вокруг электростанций, одновременно с ними, строятся новые города, возводятся комплексы промышленных предприятий. Они работают по самой совершенной технологии. Сибирский размах здесь во всем. Громада планов под стать самим сибирякам. В Холодной Сибири всегда было принято красочно и весело встречать приход весны. Народные традиции сохраняют и в новых городах, и в таежных деревнях, и в поселках рыбаков. Thank you.
Повсюду гулянья, шумные, озорные. Сибирякам есть где развернуться. Не зря говорят здесь, 100 километров не расстояние, 60 градусов не мороз, 90 лет не возраст. Век научно-технической революции прокладывает пути не только к природным богатствам. Он открывает здесь несметные залежи других богатств, духовных. Издавна, например, было принято считать, что Сибирь – край суровый и потому для жизни малопривлекательный. Но вот при раскопках древних курганов ученые обнаружили каменные изваяния. Кто создавал их? Наши предки, жившие в Сибири более чем 5000 лет тому назад. Выходит, уже тогда Сибирь была родным домом для людей умелых и талантливых. Сегодня, как сосуды из черепков, по крупицам собирают археологи свидетельства высокой и самобытной культуры древних сибиряков. Это стало подлинной сенсацией 20 века. Сибирь словно заново открылась людям. На этой земле еще в далекой древности, оказывается, расцветали искусство и ремесла, росли города, формировались центры духовной культуры. В современной Сибири, в братской семье советских народов, живут люди многих национальностей. Русские, буряты, эвенки, ханты, манси, якуты. Они потомки древних сибиряков, наследники и хранители их культуры. Пройдемте по улицам старинных сибирских городов. Вашим глазам откроется чудо, рожденное талантом безвестных мастеров. Ажурные деревянные кружева, словно разрисованные морозом узоры. Сегодня все, что связано с прошлым каждого народа, здесь бережно собирают и изучают. Фольклорный ансамбль забайкальских русских казаков знают по всей Сибири. Все новыми гранями открывается нашим современникам неповторимое искусство народных умельцев. И вечные спутники рукотворных дел, народные предания и легенды оживают на страницах книг, экранах кино, на сценах театров. Одна из прекраснейших легенд
послужила основой для вдохновенного спектакля в Бурятском государственном театре оперы и балета. Красавица Ангара. Танцует народная артистка Советского Союза Лариса Сахьянова. Все свободное от спектаклей время Сахьянова проводит в хореографическом училище со своими питомцами. Покажи мне, Долдю, вчерашнее, что мы делали, вспоминай. 2 грамма. Вот кончили вы. Медленную часть адажио кончилась. Аллегро, как начинаете? Дед Сахьяновой был кочевником. Ее судьба типична для нового поколения живущих в Сибири народов, которые за годы советской власти, перешагнув через целые исторические формации, поднялись к вершинам мировой культуры. А потом идет А нет, неправильно. Делаешь раз. И через высокое пассе поставить ножку вперед. Вот и все. Начали. И раз. Что ищет Сахьянова в своих ученицах? Почему так беззаветно предана им? Наверное, это свойство каждого большого мастера. Только в учениках он видит гарантию непрерывности искусства, которое в один узел завязывает прошлое народа и обогащенное вдохновением современников его будущее. В сегодняшней Сибири можно встретить много людей, которые так же, как Сахьянова, целиком отдаются любимому делу. Западная Сибирь. На сотни и тысячи километров первозданная хлябь, бесконечные болота и озера. Одно из них — Самотлор. На языке хантов — мертвая вода. Здесь не живут птицы, не водится рыба. Но под мертвой водой живая нефть, самое крупное из разведанных в Сибири месторождений. Каким упорством надо было обладать? Как беззаветно любить свое дело, чтобы обнаружить здесь подземный океан черного золота? Но не меньше упорства требовалось и для того, чтобы начать разработку уникального месторождения. Сегодня Самотлор дает пятую часть всей добываемой в стране нефти. Отсюда берут начало трансконтинентальные нефтепроводы. Журналисты быстро нашли определение тому, что здесь произошло. Они назвали это сибирским чудом, чудом 20 века. Но как родилось это чудо? Десять лет назад впервые появились в самотлорском небе винтокрылые машины. На клочки суши высаживали десанты геологов, буровиков, строителей. И здесь показали люди свой сибирский характер, который сегодня, как реальный феномен, пытаются исследовать писатели и социологи. На Самотлоре хорошо знают летчика Юрия Александровича Редькина. Задача, казалось бы, простая — доставлять на подвеске грузы. Простая? Как сказать? Чем крупнее груз, тем длиннее должна быть подвеска, на которой он держится. Но чем длиннее подвеска, тем сильнее груз раскачивается в полете.
Не шутка, маятничек в 8 тонн. Есть на рукоятке пилота одна кнопка. Если он почувствует, что раскачивание стало опасным для вертолета, пилот имеет право нажать на эту кнопку, и тогда машина мгновенно избавится от груза. Вот эта кнопка под красным колпачком. 10 лет проработал в самотлорском небе Юрий Александрович. Каждый день полет. Каждый полет — высочайшее напряжение. Сколько раз положение казалось критическим, но ни разу в полете не дотронулся он до кнопки под красным колпачком. Ни разу не сбросил в болото ценный груз. Таков он, сибирский характер. На земле самотлора есть где ему проявиться. В этой буровой бригаде ребята, которые приехали с Волги и Кавказа, из Белоруссии и Украины, теперь все они называют себя сибиряками. Тогда их предупреждали, нелегкое это дело бурить скважины на самотлоре. Зимой морозы в 50 градусов, летом гнус. Не всякий выдержит. Ребята ответили, а мы попробуем. И попробовали. Так попробовали, что сегодня все рекорды скоростей бурения у них. Если сложить вместе в одну линию все скважины, которые они пробурили за 10 лет на самотлоре, получится труба длиной более чем в 600 километров. Руководит бригадой Геннадий Михайлович Левин, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР. Здесь, на самотлоре, овладел он мастерством бурения. Здесь сформировался как руководитель рабочего коллектива и как государственный деятель. Сегодня у нефтяников деловой прием. Приехали представители крупных нефтяных компаний из Соединенных Штатов Америки. Что же, сибиряки свои дела в секрете не держат. Опыт самотлора может многим пригодиться. Так теперь начинается обычный рабочий день самотлора. С центральной площади комфортабельные автобусы по современным автострадам развозят буровиков, монтажников, операторов нефтепромыслов. А герой социалистического труда Юрий Александрович Редькин уже прокладывает в небе новые маршруты. Он первопроходец. А первопроходцы потому так и называются, что не задерживаются на месте и раньше других делают первые шаги в новое. К другим месторождениям улетают ребята. За собой оставляют детище своих рук и сердец. Самотлор. Многие километры автострад и уложенных в землю труб.
сотни пробуренных скважин, десятки искусственных островов, налаженную, насыщенную автоматикой, четко работающую фабрику нефти. Вот это и называют теперь сибирским чудом. Но ведь чудо — это то, что совершается без участия людей, само собой. Чудо, которое произошло на Самотлоре, вовсе не из таких. Его делают люди, которые научились преодолевать бесконечные преграды, поставленные суровой сибирской природой. Добыча золота у самого полюса холода. Природа и здесь сделала, кажется, все, чтобы надежнее упрятать от людей свои сокровища. Морозы в этих местах достигают 70 градусов. Над золотоносными породами почти 50 метров твердой, как скала мерзлой земли. Ее растапливают. И, погружаясь все глубже, ковши плавучего завода добираются до золотых жил. Вот оно, золото Сибири. Как бы в награду за упорство, желая удивить сибиряков, природа преподносит им подарки — крупные самородки благородного металла. Этот назвали «заячьи уши» — верблюд. Еще крупнее — лошадиная голова, почти 14 килограммов. А это сибирские алмазы. Мир впервые услышал о них лишь 20 лет назад. Совершенная техника помогла наладить добычу драгоценных кристаллов в промышленных масштабах. Являясь идеальным режущим инструментом, алмазы вызвали подлинный переворот в машиностроении и в горном деле. Самые крупные огранивают, превращают в бриллианты. В старину было принято бриллиантом весом более чем в 20 карат присваивать имена. Настолько редкими были такие находки. Но с сибирского алмазного конвейера сходит так много крупных кристаллов, что давать имена каждому из них уже стало невозможным. В одной этой вазе из Государственного алмазного фонда СССР драгоценности, пожалуй, больше, чем в сказочных подземельях Аладдина. Только уникальные бриллианты получают имена. Эти три названы в честь советских космонавтов — Гагарина, Быковского, Николаевой Терешковой. Кристалл в 71,5 карата — 50 лет Советского Союза. Редчайшая на нашей планете находка — 232,1 карата — звезда Якутии. Бесценные находки, словно сгустки добытой энергии. В них отражение размаха грандиозных строек, где в гуле могучих моторов звучат мелодии и ритмы Новой Сибири.
Сегодня к строителям пришли артисты знаменитого Красноярского государственного ансамбля танца Сибири. Красноярским танцорам рукоплескали Прага и Лондон, Варшава и Нью-Йорк, Будапешт и Дели. В чем секрет популярности? В мастерстве исполнителей? И в нем тоже. Но главное, традиции народных гуляний и игрищ красноярцы сумели окрасить ритмами современной Сибири. Той Сибири, которую сегодня называют гигантской строительной площадкой. По решению Коммунистической партии и Советского правительства на сибирских просторах развернулась новая всенародная стройка, которую справедливо назвали «стройкой века». Прокладывается железнодорожная магистраль по северным районам Восточной Сибири. Вот так, звено за звеном, предстоит прочертить рельсами все 3145 километров от Байкала и до Тихого океана. Что будут знать о подвиге нашего поколения те, кому суждено жить здесь, в построенных нами городах, через 50, 100 или 200 лет? Конечно, следующие поколения сибиряков будут решать другие задачи. Но то, что создаем сегодня мы, от этого не станет менее значительным. Дорога пробудит к жизни колоссальные производительные силы. Она поможет хозяйственному освоению территории, которая по площади равна половине Западной Европы. Академия наук СССР создала научный совет по проблемам стройки. В него вошли крупнейшие ученые страны. Комплексно развивая здесь индустрию, лесоразработки и сельское хозяйство, надо сохранить для потомков уникальную сибирскую природу. И прежде всего, чудо земли нашей – озеро Байкал. Самое глубокое и самое древнее на планете озеро. В нем пятая часть всех мировых запасов пресной воды. Уже много лет ученые тщательно изучают флору и фауну Байкала, а он не перестает удивлять их неожиданными находками и новыми открытиями. Thank you.
Еще в первые годы советской власти на обширной территории возле озера был узаконен Баргузинский заповедник. В нем живут и работают исследователи, зоологи, ботаники, географы. Один из хранителей заповедника – Юрий Фролов. Для него тайга – раскрытая книга, страницы которой никогда не стареют. Отец и дед Юрия охотились на зверя в Прибайкальской тайге. Юрий тоже ходит в тайгу, только вместо ружья у него фотоаппарат. Даже дикие звери безошибочно угадывают в нем друга. Пожаловали гости. Такого страшного зверя медвежата еще никогда не встречали. А впрочем, не такой уж он страшный. Даже совсем не страшный. Такой же малыш, как и они. Только в мае начинает отступать байкальская зима. С каждым днем солнце светит все ярче. И посмотреть на него вылезают на лед юные нерпята. Все необычно, все интересно. Нерпы – родственники тюленей, живущих в Ледовитом океане. Как и когда попали они в Байкал? Об этом до сих пор спорят ученые. Изучение этих удивительных животных обещает дать науке много интересного материала. Наука наукой, а нашим медвежатам контакт с представителями уникальной байкальской фауны так и не удалось установить. Зато очень понравился этот серьезный бородатый человек. Всегда бы ходить с ним. Наконец, весна вступает в свои права. И как сотни и тысячи лет назад, байкальские просторы оглашаются криками перелетных птиц. Так было, так есть, и так здесь будет всегда. Советские люди сохранят Байкал для будущих поколений. Сегодня всем ясно, будущее Сибири связано с развитием науки.
Вот почему вместе с городами, электростанциями и промышленными комплексами здесь строятся крупнейшие научные центры. Новосибирск уже называют городом трех академий. Сельскохозяйственные и медицинские научные центры еще строятся. А вот Новосибирский академгородок, объединивший в Сибирском отделении Академии наук СССР десятки научно-исследовательских институтов, существует и уже пользуется всемирной славой. Здесь из 40 тысяч жителей 10 тысяч научные работники. Небывала еще концентрация научных кадров и дисциплин. В лабораториях институтов на стыках наук прокладывается научная магистраль века – дорога в завтрашний день Сибири. Ее строителями станут сегодняшние школьники. Каждую весну в разные концы Сибири отправляются из академгородка ученые, аспиранты, студенты. В далеких таежных поселках, в сельских и городских школах ищут они ребят, увлеченных наукой, имеющих склонности к математике, физике, химии, биологии. С ребятами занимаются крупнейшие ученые. Они учат их творчески мыслить, находить решения сложных задач. Этот планер, я должен летать так. Я его буду забрасывать, он какое-то расстояние пролетает и садится на колеса, чтобы он не разбивался. Ну вот, я думаю его примерно две таких планки соединить в одну. И на конце на одну сделать грудь. Дальше. Две опять таких скрестить в крест. И натянуть нитки. Андрей Мельчук занимается в школе юных техников еще только 2 года. Когда Андрей подрастет и закончит школу, он, очевидно, как и другие его сверстники, станет студентом Новосибирского университета, который находится здесь же, в академгородке. А потом, скорее всего, он будет работать в одном из научно-исследовательских институтов академгородка. Круглый стол в Институте ядерной физики – это символ взаимоотношений в научном коллективе. За круглым столом науки нет званий, чинов и возраста. Перед научной истиной все равны, и вклад каждого принимается по его объективной ценности. Здесь, в Институте ядерной физики, работает молодой ученый Андрей Оржанников. В академгородке он учился в школе, занимался в университете. Андрей посвятил себя исследованиям в области управляемого термоядерного синтеза. Поскольку запасы топлива в нашей стране, да и вообще в мире, не беспредельны, и даже ядерного горючего нам хватит буквально, может быть, на сотни лет, то необходимо задуматься о том, как нам создать новый источник энергии, который бы обеспечил нам практически беспредельное будущее в области энергетических потреблений. Таким, пожалуй, является термоядерный синтез, поскольку 1 литр воды, когда мы вырабатываем из него дейтерий, эквивалентен 300 литрам бензина, а поскольку воды неограниченное количество в мировом океане, таким образом мы имеем большой запас энергии. И исследования по управляемому термоядерному синтезу как раз обеспечат нам возможность реализации этих запасов в конкретной форме, то есть в электрической энергии. Пуск.
Готов? Готов. Пуск. Нелегким оказался путь к обузданию термоядерных сил. Но преграды не могут быть бесконечными. И каждый новый шаг, сделанный в лаборатории, это приближение к победе. Таким образом, следующий этап уже остается только технологический. Перестроить установки, те, которые являются физическими в области, просто экспериментальными, поставить их на промышленную основу и тем самым обеспечить наше народное хозяйство, ну, можно сказать, неограниченным источником энергии. Тысячи лет назад наши предки, жившие в Сибири, создали это изображение Солнца. Сегодня наши современники готовятся зажечь на суровой сибирской земле солнце термоядерных топок. Наших предков, наша земля, край древней истории и великих перспектив.